Основной принцип устойчивого развития – никого не оставлять позади. Это еще один способ сказать, что все люди рождаются свободными и равными в правах и достоинстве. Лауреатом премии ООН стала компания, которой удалось интегрировать людей из социально уязвимых слоев населения. Это бывшие заключенные, люди, страдающие от гепатита С или ВИЧ-инфицированные. Директор компании рассказал о собственном опыте, о том, что у него был шанс на реабилитацию. Сейчас Владимир Гайц хочет подарить этот шанс другим. 10 лет употреблял наркотики в своей жизни, неоднократно был судим. И после последнего срока, когда я освободился, я решил поменять свою жизнь. Устроился работать. Через какое-то время стал уже там руководителем оптовой торговли. И этот человек всегда мне говорил: слушай, Вова, у тебя есть потенциал, тебе надо открыть свою компанию. И в 2007 году я открыл все-таки свою компанию. Общество обычно таких людей как бы не очень хорошо принимает на работу. Поэтому у меня появилась в сердце такая мысль создать компанию, которая будет представлять рабочие места таким людям, кем был я сам. Ассоциация «Промолекс» получила специальную награду за работу с социальными группами по информированию населения, а также за десятки реальных случаев, затрагивающих права человека, которые дошли до внутренних и международных инстанций. Права человека будут существовать, пока мы все будем бороться за них. Благодарю вас еще раз за высокую оценку всей команды «Промолекс». Венкуражец все континуац. Я призываю вас продолжить вашу работу. Это нелегкий труд. Все больше экспертов из этой сферы и внешних партнеров говорят о выборочной юстиции, о нарушении права на самовыражение, о подрыве принципов демократии в Молдове. Лауреатов выбирали по итогам открытого конкурса. Организационный комитет изучил 41 кандидатуру. Члены комитета оценили креативность, настойчивость, преданность и мужество, проявленные в продвижении и защите прав человека. Гала проходит под эгидой Верховного комиссара ООН по правам человека уже 14 раз. 10 декабря исполняется 70 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. Ей не так. А это деловой. Вы слышите, что это мораль? Это женщина с низкой социальной ответственностью. Что она говорит про людей? Что она говорит про народ? Она негодяйка. Мы их законим под плинтус, как мы все. Voi ne susțineți. Devină patronul TV8. Donează pe Patreon. TV8. Televiziunea oamenilor liberi.